Всем привет, с вами Гитара с нуля, у меня в гостях Раиль. Друзья, наконец-то по вашим просьбам, это просто легендарный выпуск, потому что три гитариста собрались в одной чат-рулетке. Собственно, Акстар, Рома и я, хижина музыканта Раиль. Сегодня будет выпуск с... Сегодня будет выпуск, в котором мы сыграем русские, татарские и украинские песни иностранцам. Иностранцам, посмотрим на их реакцию. Включи мой член. Боже, это шедевр. Вау, very good. Акстар, можешь потише, пожалуйста? Мы очень старались, записывали несколько дней, поэтому, друзья, попробуем на этом видео набрать 100 тысяч лайков, чтобы и Акстар был доволен, и вообще ролик вышел в тренды, потому что это очень классное видео. Обязательно пишите в комментариях любимую реакцию, подписывайтесь на наши каналы. А вторая часть по ссылке в описании на канале Раиля. Еще более крутые реакции. Да. Погнали смотреть. Подождите. Одну крутую реакцию я закинул в свой телеграм-канал. Давайте добьем 30 тысяч подписчиков. Все, теперь смотрим. После выпуска переходите в телеграм-канал. How's it going? Oh, hello. We have the same idea right now. What's going on? Is that an accordion? Yeah. You are first man who know about this instrument. I'm from Louisiana. Where is it? Louisiana? Louisiana. You from? Yeah, so that's our Cajun French music. That's everybody plays accordion, man. Mm. I love it. Yeah, but we can sing beautiful song, and you will say from which country we are. Okay. I just want to hear you guys sing. Play it. Окей. У ночного огня под огромной луной темный лес укрывал нас зеленый листвой. Я тебя целовал у ночного огня, я тебе подарил. Себя. What do you think? Yes, I love it. I love, dude, y'all kicked that in the ass. Do you know the language of this song? I don't know what language that is. It's Russian. What language is it? Russian. We are Russian. Okay. Dude, that shit slapped. That was good. you are Louisiana, yes? Yeah, so United States. Louisiana is United States is state. State, yeah. Louisiana, yes. Let's go. Okay. You'll be fine by dust cloud, I'm telling you, baby. I don't know much, but there's no way at all. Hey, let's just go to the chorus. We're gonna do it. To you, I'm just a man. To me, you're all I am. Where the hell am I supposed to know? Please turn those headlights around. Wow, very beautiful. Thank you. Hey. Hello. Hello. Это Украина. Я вижу это. Доброго вечера. Да. Хочешь песню тебе сыграть? Да, потому что я красивая. Потому что типаж еще украинский. Давай. И красивая, да. Ну давай, кстати. А давай. Там, где для когось стільки лютий за вікном, на моїй вулиці і дух захоплює немовит висоти. Бо так живу, немов літаю я, так немов літаю зі мною ти. І я на небі, мила моя на небі, зоре моя на небі, швидко тебе знайшу. Я на небі, мов на землі.
земному небі. Ми на коли з тобою літаю і знову, і знову. Это очень круто. Мы, кстати, из России. Молодцы, а-а-а. Это очень классно. Спасибо большое. Я просто здесь. Ты сейчас на работе, что ли, да? Нет. Просто в магазине? Я просто зашла в чат-рулетку сегодня первый раз. Да. Я послушала очень много мнений. Да. Но вы меня просто... Я не думала, что в конце вечера у меня просто будет вот такой вот... А с какой области, с какого города? Я с Херсона. Мне очень приятно, что есть такие люди. Давай сыграем адекватные. Еще одну песню. Давай сыграем эту песню. Сейчас еще одну мы сыграем. Настане день, закінчиться війна, там забив себе, побачив аж до дна. Обійми мене, обійми мене, обійми. Боже, это шедевр. Ребята, вы молодцы. Слушай, просто. Вы мне деле... подняли просто настроение и ностальгию такую. Вот просто я вот, вот все мои переживания вот эти вот. Я просто благодарна таким людям, побольше бы таких людей, как вы. На самом деле... Действительно, вот понимающих. Очень приятно было и чувствуется, как ты теплом тоже в ответ даришь прям. Кайф вообще. Ну, потому что я вот такой человек, понимаете? Мы же все люди. И мы не хотим зла никому. Да. Единственное, это самое главное, это наша жизнь, жизнь наших детей и наших внуков, и вообще всего мира. Все. Полностью согласен. Мы тебя обнимаем. Главное, оставайтесь такими же классными. Хорошо. О, hello. Hi. How are you? Oh, well, I'm fine. How are you? Погоди, русская вроде плакат есть. А, у тебя русский плакат сзади. Ты что, русская, что ли? Да, я русская. А мы просто тут с иностранцами общаемся, разговариваем. Как дела, как настроение? Чем занимаешься? Ой, да у меня все хорошо, прям жизнь кипит. У меня недавно была премьера, я снялась в фильме полнометражном, музыкальном, в главной роли. Короче, все круто, классно, я прям очень рада. Да ладно, в смысле, что за фильм? Вот это плакат то, что висит? Да-да-да, звезды мне укажут путь. Вот я, маленькая. Про что фильм, о чем, что за дело? Фильм называется «Звезды мне укажут путь», он про музыку, про то, как папа-гитарист помогает своей дочери исполнить мечту. Гитарист? Это наша тема. Вот, что ты делала в этом фильме? Я там пела, ну, вы если хотите, приходите посмотреть, я думаю, вам понравится. Хорошо пела? Ну, не знаю, наверное, да. Давай так, тема фильма наша гитарная. Если хорошо нам сейчас споешь, мы обещаем тебе пойти на фильм. Я тебе даже больше скажу, я сейчас записываю наш эфир, на самом деле мы снимаем, я оставлю это в ролике, и все увидят, и если тема тем более про гитаристов, это вот нас касается, музыкальный фильм, я даже оставлю это, и ребята все, которые посмотрят этот отрывок, пойдут в кинотеатр. Давай мы с тобой договоримся, если круто споешь, попробуй. Хорошо, я постараюсь. Давай. В сердце твоем всегда есть маяки пути. Верь в чудо, и тогда сможешь найти.
Круто вообще, молодчинка, очень классно вообще поешь. Я, как обещал, обязательно сходим. «Звезды мне укажут путь» называется фильм, да? Слушай, это постер вашего фильма? Ну да, вон он. Тебе видно, да? А ты знаешь вот это? А ты знаешь, кто вот это? Вот это, ты знаешь, что рядом с тобой? Да, это второй главный герой фильма. Он исполнил роль моего отца, моего папы, Вани Соловьев. Да, а ты хочешь прикол? Ваня Соловьев как раз мой оператор, мой друг, актер. Как тебя зовут, скажи, пожалуйста? Я Лиза Бугулова. Лиза, приятно было познакомиться, ты очень талантливая, тебе желаю хорошей карьеры. Давай я сейчас позвоню Ваньку, скажу, что с тобой встретился, познакомился. Хорошо, ну и как обещал, мы обязательно сходим на фильм, как обещал. Я очень рада, что вам понравилось, спасибо большое. Where are you from? Hello. Netherlands. 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 Yes. We are musicians. We can beatbox too in the song. Okay? Show me. Show me. Okay. Давай. Yes, of course. Okay. Раз, два, три, когда зимой холодною в крещенские морозы щебечет песню соловей, распускаются мимозы. Когда взлетаешь к небесам, и там паришь, пугая звезды, над окном твоим собьют какие-нибудь птицы звезды. Знай, это любовь, не рядом Амур, крыльями машет. Знай, это любовь, сердце не прячь, Амур не промажет. Давай битбокс. Вау. Вау, very good. Really? Try to guess which language this song. I think Russian. Ah, yes. We are Russian. Yeah, musicians. It's Russian, huh? Yes. Yeah. Because do you know why? I know you when you count to dra, when I heard dra or something. Say 1, 2, 3 in the Russian. Раз, два, три. Yeah, два, два. Два. I heard два, then I know, Russian. That's why. Where did you guys we... are very good. You are professionals or... Yeah. We are YouTubers. YouTubers. I will subscribe on your YouTube channel. Thank you very much. Have a nice... Yes, welcome. You guys are very good. Really, thank keep going. Bye. Keep it up. Thank you very much. Nice to meet you. Bye. Пели. Yo. Something. Hello. Hello. Where are you from? Try to guess. What? Try to guess which language we sing. Oh, good. Okay? Polish, go. No, it's wrong. Where are you from? Russia. Russia, yeah, yes. Yeah, exactly. We are Russian musicians. Sushi Moy Shlen. And you, where are you from? Sushi Moy Shlen. Sushi Moy Shlen. Sasi Moy Shlen, надо правильно. I love pizza. You love food? Do you love food? Yes. Вот это поворот. I don't believe you. Why? Why? Because England. Ceausescu. Every country. Why do you like Putin? I love Ceausescu as well. I love Soviet Union. I love communism. Communism. Hello. Do you speak English? We are musicians. La 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 la. Do you want to hear something? Okay. We will sing one song in our language, and you will say from which country we are. Okay. Okay.
ни ответа. Там, где поле и вопрос, где каждый взгляд миллиметром. Время пять папирос, мертвый город хоронит. Свои голоса потерялись и бродят между стен небеса. Do you know? Okay. What do you think? Yeah. It's cool and very, very, like, wow. From which country we are? How do you think? Spaniel. Spaniel? Brazil. You are second person who say it. We are from Russia. Russia. And you say, and the title is wrong. We are in Georgia right now. What's your talent? Nothing. I don't have. Nothing? Okay. Thanks for your reaction. Yes. Okay. Вот и все, ребятки. Надеюсь, мы вас порадовали. Как видите, некоторых мы даже довели до слез. Давайте поставим лайк этому всему и попробуем набрать 100 тысяч лайков. Вторая часть, как я уже говорил, по ссылке в описании на канале Раиля. Проходите, смотрите. О, сейчас еще, кстати, позвоню Ваньку. Надо, надо бы. Ванек, здорово. Прикинь, сейчас в чат-рулетке встретил Лизу, девочку, говорит, с тобой в одном фильме играла. Слушай, прикольно. А мы сейчас как раз вернулись из Минска. Мы с этим фильмом ездили в Минск и выиграли там фестиваль, выиграли сразу 4 награды. И фильм наш «Звезды мне укажут путь» называется. Он прямо сейчас идет в кинотеатрах. Может, то есть идти, брать билеты и идти в кино. Слушай, прикольно. А может, я тебе трейлер пришлю, и ты поделишься со своими там? Давай, присылай, сейчас все вместе посмотрим. Ну, в кино прямо сейчас надо идти, потому что фильм закончится, вот уже просто через неделю уже не посмотришь. Хорошо, давай, пойдем. Давай, договорились. Класс. Сегодня объявят, кто прошел на конкурс. Какой конкурс? Поступление в музыкальную академию. В Москве. Еще мама была против. Мама в таких вещах ничего не понимает. Где взять билет, чтобы ехать на этот ваш конкурс? Давай я ее отвезу. На машине. Пап, а куда мы едем? А ты как думаешь? Москву! Поступишь в академию, станешь настоящим музыкантом. Если я просыпаюсь в темноте, мне кажется, что меня все бросили. Что значит поиграть в папу? Я и есть ее папа. Она поступит в академию свою, и ей станет не до меня.